South of Ukraine Fashion Days. Організатор – модельна агенція «Глянець». Генеральний спонсор – автосалон «Техноконтракт». Офіційний представник «Mercedes-Benz» в Миколаївській та Херсонській областях. Діджитал-спонсор – салон преміум-техніки «Limestore». Б'юті-партнер – дім краси «Body and Soul». Туристичний партнер – агенція «Інді-Тур». Пригощає рестопаб «М'ясо Хаус». Автопаті-партнер – «Бар Нулі». Запрошуємо на показ бренду «Олександр Мустяца» для «Роял Фемелі». Thank you.
своей дебютной коллекции в Николаеве. Расскажи, пожалуйста, про свои эмоции и переживания. Несомненно, это очень волнительно. Это мой первый дебют. То есть коллекция хотел показать первый показ в Николаеве. Конкретно дебют был вчера в рамках конкурса красоты Royal Family. Я хотел показать больше вещей носибельных. Я надеюсь, что зрителю понравилось. Много женских, мужских образов. Разнообразные. Я думаю, по аплодисментам зрительного зала мы поняли, что твоя коллекция была воспринята на ура. Скажи, пожалуйста, чем ты вдохновлялся, когда создавал данную коллекцию? Вдохновлялся. Знаете, присутствует много такого уютных, скажем так, тканей. Угу. Вот я вдохновлялся такой новогодней, на самом деле, предстоящей новогодней такой атмосферой. Хотелось какого-то уюта. Угу. Вот много вот из платьев присутствует этот элемент, и в мужских моделях присутствует этот элемент. Очень уютных таких тканей, в которых хочется вот так чуть-чуть тепленько посидеть. Навернуться, посидеть с чашечкой кофе или чая, и посидеть чуть-чуть, да. То есть, я так понимаю, что одесская новогодняя ночь будет выглядеть вот именно вот так, да? Да, хорошо, спасибо. А есть планы уже на следующую коллекцию? Конечно, есть планы. Конечно. Чем вы будете удивлять? Расскажете? Пока не расскажу. Это будет тайна? Да, это пока что идея, поэтому все в разработке. Мы увидим в апреле, правильно? Конечно же, да. Да. Спасибо вам большое, Сашечка, что вы к нам приехали. Вам спасибо за такое прекрасное мероприятие. Я участвовал ранее в рамках такого же мероприятия в прошлом году, как модель. И тоже получил одну награду. И сейчас нахожусь как дизайнер, как модель и как дизайнер тоже от бренда Royal Family. Я очень рад попасть к вам на это мероприятие. Спасибо вам большое. Спасибо вам за постоянство, что вы всегда с нами, Саш. И примите на память этот волшебный диплом. Спасибо большое.